Тома, Тома. Тома так плохо покушала, не хочет ничего. Сашенька молодец, заказала кашу рисовую, все съела. Да, Саша? Если хотела кашу, она и съела кашу. А сначала говорила макароны с курицей. А потом, потом решила кашу покушать. Сейчас посмотрим, девчонки там. Дарина, макароны с колбаской. Тебе с колбаской принесли, Дарин? А Женечка заказала себе пельмени жареные. Доела все? Но. Но ты умница моя. Что, тоже хочешь? Да ладно. Она сметаной убавалась. Хрюшка будешь. Свинка Пеппа. Пейте сок, я налила. Тома, тюплюха покушай. Подожди, милая, вон в кружку. А, рыжик мой, плохо покушали. Детям говорю, ешьте, потому что я больше вас до дома кормить не буду. Сразу все съели. Пугаешь. А что за у тебя лишнее? Что за веревочка у тебя? А вчера я говорил, ну и привязали дорогу, да? Папе предлагаю, говорю, давай мы тебе в декабре путевку купим на 10 дней. Пап сразу в тупор пал. А, поедешь отдыхать? Вон в этот, Белокуриху, в Алтайский край. Если можно на 10 дней. На 21 это 100% не согласится. А на 10 дней-то, может, поехал бы, а? Опорно-двигательную систему лечить. Органы движения. Папка, поедешь органы движения лечить? Ну, не надо. Только потом, надеюсь, не будь такой, эх, Вася. Мой любимый фильм. Эх, Вася. Поехали. Томка. Положение будет часов в 5. Ну, тут темно и... Как будто дождь пойдет. Давай. На, а Томка спит. Тома. Ешь шоколад? Она все ест. Я все ем. Тома, сиди, пристегивайся. Тома, ну, пристегивайся. Давайте так, ага. Алин, возьми, пожалуйста. Не, ну, купила Алин, детям как... шоколадки я. Возьми, бачу, Том, ты сама будешь пристегиваться? Да. Она Алин, большая. Хорошо. Ну все наелись, мы аж объелись, только набрала мало. Я думаю, в следующий раз, если мы будем что-то заказывать, надо сначала записать. Да, а то я папе и борщ заказала, и получается сборную картошку. Папа такой, ты что? Пришлось доедать. Бедный отец. Давай. Теперь сиденье не вмещаюсь. Ой, тихо, собака идет. Может, Вачинске пораньше будем, надо... У нас соседи Кристина с канала Кондрашов Фэмили. За нашими там, за всеми животными ухаживают, за котами, собаками и за курицами. Надо им купить что-нибудь. Обязательно. А тут вот таких вот в кафешках все очень дорого. Я надеюсь, мы в Вачинск доедем заранее. Не в темноте, то заедем, купим, да, пап? Вот. Конечно, сейчас это выглядит не так эпично, как в прошлый раз мы ехали. Сколько горело и было темно. А зачем поджигают? А выжигают это для того, чтобы... Сорняки? Да, сорняки выжигают. Видите как? Все потом спашут, а так вот как пахать? Видишь, сколько травы? Ну вот сколько мы 21 день назад ехали, все горело. И все равно все палят. Время полшестого. Через 100 метров поверните направо. Папа, ты как-то встал не там. Вон туда надо заехать. Или тут будешь стоять? Тут, по-моему, проезд. Нет? Сейчас всех расстегнем. Ты же большая.
Папка заодно отдохнет. И мы маленько по магазинам пошастаем. Я тебя обниму вот так вот. Ну, куда так? Девочка одна. Mm-hmm. Какая ж ты мягкая. Ага. Девчонки все рассказывают и рассказывают про свой санаторий. И говорят вот так, а у нас, типа мы уже у вас, а они у нас. Да, Алиша? А у них? Ну, у нас, правильно. У нас уже это. Нашли мы фикс прайс. Тома, ты что? Я думала, ты уже чупа-чупс открыла. Напугала меня, мы еще не расплатились. Уже к Новому году все продают. Ветка, коробочка подарочная новогодняя. Так. Что ты хочешь, доча? Она хочет вот эту вот. Тома. Только чай. Нет. Мама, иди сюда, смотри, какая клевая игра. Угу. По телевизору ее показывают. Да, тут шарик есть. Вон, смотри, тут шарик есть. И вот тут катаешь его. И попал в лабиринт. Круто. Шапки всякие. А это что, тоже шапки? Нет, это наушники. Я хотела, смотри. Это вот так одеешь на... Это не наушники, это одеяло. Для зимы. Для зимы, да. Ну, по нашей зиме только в таких ходить. Остальное это ножник привезли. Да. Ну, хотите, вон, купите, как у Томы, вот такую выращивать. Да, мы уже его вот покупали такие. Покупали? Да. Ну, ладно. Ничего не выросло. Сейчас мы тут походим, посмотрим, потом увидите, что мы выбрали, что мы купили. Дети сразу в холодильник заглядывают. Так, все, мы сейчас будем разгружаться, покажем, что мы купили. Я покажу, что же мы купили фикс прайс. Надо обогреватель включить. Вот эти коробочки мы купили для того, чтобы поставить вот Васе, например. Он сказал, мне вот такие надо, а это я себе взяла. Просто что-нибудь хранить. Ну, может быть, когда-нибудь что-нибудь для подарков. Вообще написано было, что эти коробочки можно использовать для подарков на Новый год. Но мы их взяли чисто хранить мелочи. Очень удобные. Мне очень понравились они такие. В общем, мы взяли. Они по 77 рублей, нижние. А верхние, которые вот для меня, они по 99. Взяла вот такой гель белизна. Вот, можно тут отбеливать что-то. Мне кто-то там написал что-то хорошо. Ну, не знаю, такая, не такая. Я увидала. Мама, а я легко это открыла. Хорошо, хорошо. В общем, я взяла. Тут нужно и на унитаз чистить, и все. Не нашла я почему-то губки. Вот эти вот железные скрипки вот эти вот взяла. Губки еще хотела и как-то просмотрела. Видимо, не увидала. Но мне они нужны. Я меняю их очень часто. Также купила плечики. Тут написано, они вот вешалка не скользящая, антискользящая. Взяла побольше. Сейчас уже девчонки тоже в школу ходят. И стираешься не так часто. Но все равно, например, блузку белую они там два раза одевают. Юбочку тоже надо вешать. В общем, взяла я еще дополнительные вешалки. У нас есть они какие-то, знаете, такие, эти повесят, и вот здесь вот они прогибаются. Взяли вот такую игру для Томочки. Она увидала, попросила, да. Вот такая красота. Потом они тут все собирать будут. Вот эти вешалки мы взяли. Мы решили вот так вот сделать. Смотрите. Вот эти вот повыше поднимем, а эти вот так вот пониже. И вот это вот отсюда уберем. И будут дети вешать. Это вот прям высоко-высоко.
сделаем и будут для детей. Взяла я две штучки, мы их туда, чтобы дети могли сами свои вещи вешать. Вот, взяла бумагу туалетную, шампунь вот такой, основной уход, чистая линия. У нас там, по-моему, закончился, быстро заканчивается. На всякий случай перчатки. Ну, знаете, бывает, что необходимы. Где-то там и унитаз помыть, где-то бывает пальцы режем. У меня уже почти закончились, купила. Набрала пакетов я вот таких больших и вот, самое главное, маленьких. Они, у меня они вообще закончились. И большие пакеты под мусор тоже часто нам нужны. Набрала. Вот. Также купила. Это Алина с Дариной набрали себе носки. Вот 36-39. Носки им нужны. Белые. Знаете, еще хотела теплые носки купить. Томочки. Ну, не было. Взяла вот такие. Там были другие. Ну, в общем, взяла. Посмотрите тут. Вот такие носки. 14-16 размер. Да, Томми будут маленькие. Вообще хорошо. Беленькие. Ну, конечно, были бы другие, я бы взяла бы другие. Но других не было. Были только такие. Я думаю, Томми они будут в самый раз. И еще... Еще мы купили две... Я взяла вот такие две тряпки для мытья пола. Девчонки моют другой шваброй, а я все время это мыла. Полотенце мне пришлось одно израсходовать. И поэтому я решила себе купить вот такую тряпку. Отлично впитывает, не оставляет следов и разводов для обычной швабры. И вообще где-то что-то надо будет подтереть. В общем, я взяла две штучки. Вот такие покупки фикс-прайсовские. И сейчас я покажу, что мы купили в Аллее. Там не лента, а Аллея. Круассаны. Это с фикс прайса, по-моему. Да. Ладно, тут куча будет. Взяли мы йогурт. Кашу рисовую с яблоками. У меня, я как хорошо взяла полторы. В общем, у меня была целая и была половинка. Дети все съели. Взяли один лимон. Лимоны там какие-то, знаете, лежат какие-то не очень. Вот этот вот один красивый. Саша, можно я положу? Я говорю, ну ладно, давай. Хотя я думала, завтра куплю нормальные другие здесь у нас. Потом воду себе положила. Вот такие девчонки Саша. Тоже тут. Саша выбрала. Я взяла курицу, мы сейчас покушаем. Это разные они. Какой-то вот фундук. M&M's. Да, вот... Киндер-пингви набрали дети. Один съели уже, Томочка, по-моему. Эту почему-то одну только взяли они. Это я подарю Кристине за то, что она наша. Животных наших кормила. Вот, взяли мы чафан. Тома попросила оливье. Взяла я еще киви. Много не стала брать. В прошлый раз взяла, наверное, штучек 10. Половину пришлось выкинуть. Это заварка детям или... Так. Кто заварил? Не знаю. Это давно, если стоит? Вывали, ты что? Не надо ее, но... Взяли мы хлеб, вот такой вот, написано было, классический. И вот такой черный зерновой. Традиционный. Да, традиционный. И девчонки выбрали себе вот такие попкорн. Скажи, Саш, как? Сладкий попкорн. Подкорн. Подкорн. А что, чая нет? Чай закончился, да. А чем? Йогуртом. Все, мы приехали. Папа печку топит. Мы еще бананы, правда, покупали. Один только остался, тут вот остатки. Это печенье было, тоже осталось, там уже остатки. Вы что, без нас такие чипсы ели? То, что мы сегодня покупали, вчера, вернее, покупали. Мы без вас тут, знаешь, сколько чего ели? Еще посмотришь видео и скажешь, вы вообще обнаглели. Ну все, мы сейчас будем кушать, чай мы уже скипятили. Девчонки комнату свою видали, такие, вау, как круто, да? Чистенько. Ага. Ну ладно, доченька. Так. Давай, скажи всем пока. Всем пока. Да, до завтра, до свидания. У меня сейчас камера выключится. Всем пока-пока. Ой, коты голодные, сейчас мы вас кормить будем, сейчас. Пока, до завтра.
котов кормим. У меня еще оставались, ну, в общем, грудку я делала, да, и вот осталось. О, прицепился кот. И там еще запеканка у меня оставалась, картошка с колбасой, тоже котам. И вот там остатки, суп, хлеб туда положила я, и чуть-чуть молоко скисло, чуть-чуть налила. В общем, всех сейчас покормим. Хотя Кристина, конечно, кормила, но все равно они там ждут всю еду. Вон как едят. Ну вот, теперь кубка все уже. Нынче новую надо будет покупать. Дарин, тебе тоже надо будет? Нет, у меня там нормальная зеленая. Какая зеленая? Зимняя зеленая кубка. Ну, посмотрим.